Лада Веста. 2016 года выпуска. Пробег 38 тысяч километров. Передний привод. Бензиновый двигатель объемом 1,6 литров. Мощность двигателя 106 лошадиных сил. Механическая коробка переключения передач. В комплектации автомобиля. Отделка кожи рычага КПП. Тонированные стекла. Легкосплавные диски. Галогеновые фары. Противотуманные фары. Бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, обогрев зеркал, многофункциональное рулевое колесо, защита картера двигателя, розетка 12 вольт, камера заднего вида, обогрев лобового стекла, крепление для детского кресла и софикс, подогрев передних сидений, зеркала заднего вида с электроприводом, передние электростеклоподъемники, задние электростеклоподъемники, регулировка сиденья водителя по высоте.